в депутат окружних зборів від округу Рок у штаті Вісконсин Юрія Рашкіна. Пане Юрію, вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Ну, прямо зараз відбувається голосування. Ми ще не можемо говорити про результати. Ваша думка, чи сьогодні відбудеться голосування за надання допомоги, чи варто все ж таки ще чекати? Голосование в Сенате по поводу пакета помощи демократиям произойдет в течение следующих нескольких дней. Это то, что нам сейчас сигналы, которые исходят от всех сенаторов, которые сейчас пытаются пробить этот законопроект, потому что они его отложили на несколько месяцев, думая, что республиканцы серьезно настроены по поводу границы. И несмотря на то, что это было дикое, странное, неожиданное предложение в тот момент, когда Украине срочно нужна помощь решить наш иммиграционный кризис, который мы не могли решить 40 лет, в конце концов этот законопроект был убит по требованию Дональда Трампа, который хочет использовать это на выборах. И поэтому сейчас рассматривается законопроект, который не включает в себя южную границу, но республиканцы говорят, вы знаете, мы не можем это решить, пока не решится южная граница, что выглядит слегка шизофренически, потому что они только что убили законопроект, который это делал намного больше, чем они когда-либо смели надеяться. Поэтому сейчас демократы говорят, хорошо, давайте добавлять поправки, давайте добавлять все то, что вы, амендменты, поправки, которые вы хотите, но чтобы набралось то количество голосов. Посмотрим, сейчас есть один сенатор из Кентаки, который успешно блокирует, но это временная блокировка, просто процедурным образом он задерживает и зовут его Рэнд Пол, так что любители писательницы Энн Рэнд, вот такое, значит, произошло, он теперь в ее честь назван, Рэнд Пол. И он пытается замедлить, но это все равно вопрос нескольких дней, потому что понимание все-таки есть, что репутация Соединенных Штатов на кону, и нужно решать эту проблему. Что произойдет после того, как этот ожидаемый законопроект помощи демократиям пройдет Сенат, мы, видимо, будем наблюдать поиски 218 членов Палаты представителей, чтобы они подписали резолюцию пойти в обход спикера Палаты представителей, таким образом все равно поставить это на голосование. Вот, знайдуться эти 218, так. Чи знайдуться эти голосы? Это, знаете, их трудно, потому что у демократов 213, и сказать, что им просто нужно найти всего лишь 5 голосов, недостаточно, потому что демократы сами потеряют несколько голосов, потому что есть вопросы по поводу помощи Израилю. Поэтому нужно будет найти, ожидается, 20-30 республиканцев, которые признают, что они понимают, что нужно голосовать за помощь Украине, несмотря на то, что они все находятся под какой-то практически физической угрозой от Дональда Трампа. И только что было голосование в Палате представителей, которое Майкл Джонсон, спикер, опять проиграл. Они пытались сделать импичмент министра внутренних дел, и у них не хватило людей для того, чтобы проголосовать за это. А один из тех конгрессменов республиканских, который как бы переметнулся, и выяснилось, что, как вам сказать, не один, а уже двое из них, они просто уходят в отставку, они не будут переизбираться. Там было 3 конгрессмена, которые проголосовали против этого импичмента, то есть они не пошли против линии партии, 3 человека. И 4-й к ним потом присоединился для процедурных причин. Так что ситуация очень тяжелая сейчас для Украины в Конгрессе, в Палате представителей, но понимание того, что репутация Соединенных Штатов сейчас стоит на кону, есть. И поэтому будем пробиваться. Пане Юрію, от якраз про репутацію, є інші голоси, в тому числі з боку республіканської партії. Зокрема, бездіяльності немає місця в Сенаті Сполучених Штатів. Про це на відкритті засідання заявив лідер республіканської меншості в палаті Міч МакКоннелл. Давайте послухаємо пряму мову. Я знаю, що в деяких колах стало досить модно ігнорувати глобальні інтереси, які ми маємо як глобальна сила, жалітися на відповідальність глобального лідерства, скаржитись на обов'язки, які були в основі найдовшого в історії людства періоду відсутності великих конфліктів між країнами. Це бездіяльна робота для бездіяльних розумів, і їй немає місця в Сенаті Сполучених Штатів.
Пане Юрію, таке питання. От, ну, багато говорять ті, хто закликають надати допомогу Україні і Ізраїлю про те, що варто Америці звернутися до якихось важливих цінностей, демократії, про роль Америки в світі, про те, що ті, хто проти, я теж були такі заяви, багато опираються скоріше на страхи населення, що не варто в цьому гратися. Чи загалом зараз така риторика, вона може допомогти вплинути на тих республіканців, які могли би підтримувати такий законопроект? Учитывая, что Митч МакКоннелл никогда не отличался особым оптимизмом и чувством юмора и всегда выглядел печально, в этой речи он выглядит еще более печально, потому что он, в общем-то, присутствует на собственных политических похоронах. Потому что его репутация, его место в американской политической истории как самого долгого главы республиканской фракции в Сенате и большинства, и все он это вот делал. А теперь выясняется, что он недостаточно консервативен, что он вообще пытается что-то сделать, что он думает, что его Сенат сделан для того, чтобы решать какие-то проблемы. А Сенат и Конгресс, с точки зрения Дональда Трампа, видимо, сделан для того, чтобы проводить расследования, импичменты и тормозить, и делать из любой проблемы как бы оружие. Но когда мы смотрим на, как сказать, того человека, который, скорее всего, будет представителем республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах, когда он заявляет на своем ралли, что он будет как бы поддерживать Россию, нападать на страны-члены НАТО, если они не платят свои членские взносы. Ну, с одной стороны, понимаю, что Дональд Трамп, видимо, спутал мир со своим гольф-клубом, откуда людей можно как бы выбрасывать за неуплату. Но он опять же рассматривает Владимира Путина как его вышибалу, который будет его помогать ему что, собирать взносы с членов НАТО. Это не демократия, это просто авторитарный лидер. И сейчас просто до людей нужно донести понимание, что есть только Байден и есть только Трамп. Что все остальное – это шум, который будет отвлекать внимание. И когда люди, американцы, это понимают, то мы знаем, что Трамп потерял независимых избирателей, он потерял женщин, и шансы выиграть на общих выборах у него достаточно спорные. Пане Юрію, а вот нещодавно сталася поїздка Такера Карлсона в Росію, він взяв інтерв'ю у Путіна. Як на цю подію відреагували в США, можливо, навіть в вашому штаті Вісконсин, якщо можна коротко? Такер Карлсон – это пропагандист, мошенник, которого увольняют с разных новостных каналов последние, ну, наверное, лет 20-25. Поэтому здесь у него репутация однозначная. И я считаю, что с ним проводить, например, интервью, как некоторые предлагают президенту Зеленскому, мне кажется, было бы гигантской ошибкой. Потому что Карлсон должен дальше лететь в Северную Корею. Ким Чен Ын – это его следующее, как бы, он работает с диктаторами. А Зеленскому, если он будет, мы знаем, как он может задавать, как он враждебно отнесся к визиту Зеленского в США, когда Зеленский выступал перед Конгрессом, и все аплодировали. Тот же Такер Карлсон на своей программе на Fox News, до того, как его оттуда выгнали за вранье, говорил, смотрите, они ему аплодируют, как тюлени. Зачем с таким человеком проводить интервью, я не понимаю. Пане Юрію, дуже вам дякую. І ще дякую за те, що затримали вас. Знаємо, що у вас далі ще сильно розписаний цей день. Юрій Рашкін, депутат окружних зборів від округу Року, штаті Вісконсин, включився в наш марафон. Ну, а в нас сильно розписаний наш ефір.